Добрый день, компания Батель. Новинка. Мы получили новое средство, и сейчас мы его будем тестировать. Для этого нам нужна чешуя дракона. Ну, поскольку дракона мы не нашли, обойдемся сегодня чешуей белого амура. С одной стороны. В втором стакане у нас будет то, что чаще всего делает засоры в наших канализациях. Это волосы красавицы-брюнетки. А сейчас у нас будут в ходу волосы красавицы-блондинки. Опа! Ой, вся коса ушла сюда. Заодно посмотрим, чьи волосы быстрее растворяются. Средство для засоров. Компания-производитель рекомендует 1/4 часть. Это сколько? Стаканчик. Мерный стаканчик. Засыпаем в оба засора стакана. Я сыплю меньше. Ну, почему же меньше? Сып, как компания предлагает. Это рыбья чешуя. Сып. Угу. Ну, еще чуть-чуть. Так, и сюда. Сколько рекомендует компания-производитель? 1/4. 1/4 упаковки. И поехали. Зальем кипяточка. Ой-о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 й. А тут чешуя дракона. Все, много не наводит. Ой-ой-ой. Мы это делаем впервые, поэтому мы не знаем, что произойдет. Пахнет классно. Немного ухой, конечно. Пахнет ухой. На волосы посмотрите, как они растворяются. Вот, посмотрите, они уже растворились. Вот. Все, растворились волосы. Блондинки или брюнетки? А тут уже не определишь, уже все. Вы посмотрите, так, так. На сам все растворилось. Все полностью. Гранулы это... еще не растворились даже. Значит, это было слишком много. Так, я так думаю, что это было много. У нас происходит с рыбьей чешуей. Она такая крупная, даже высохшая чешуя. Осталась чешуя? Чешуйки чуть-чуть я еще вижу. Нет, они уже почти что растворились. Я их уже сбоку вот смотрю, не вижу. Да, нет. Ну, пальчиком. Нигде горячая она. Нет, они уже. Все, нет чешуйки. Итак, чешуя растворилась. Эксперимент удался. Чешуи нет. Волос. Поставь еще. Оставим, немножечко оставим, почти ничего не останется. Которые были потоньше чешуя и помельче, ее совсем нет. Ну и от волос уже ничего от не осталось. От волос не осталось абсолютно ничего. Так что начинается акция «Прощай засоры» с Батель. Ухой пахнет. Перемешай еще раз. Это учитывая, что времени прошло намного меньше, ну, чем сколько? Написано на упаковке. Ну, то и времени не прошло. Так никакого времени еще не прошло. Да. А, посмотрите, волосы. Волосы все-таки... моментально растворились. Я так подозреваю, что они были крашены. Ну все, волос здесь нет. И чешуя практически растворилась вся.